вышла такая какая-то корейская, что ли. Непонятно, короче, кто это делает. Сейчас скажу. Nexon Game Co. Ltd. Nexon. Вышла еще, оказывается, 2 дня назад. Игра бесплатная, донатная, соответственно. Как и блядская нарага. Посмотрим. Давайте хотя бы поиграем. Можно сменить интерфейс. Игра про зайчиков, ёпта. Без интерфейса, конечно, сложно. Ну что у нас есть? Штурмовка типа AR-15. Как пушки менять, кстати. Нифига себе, просканировал даже. Бани. What's going on? All operatives report. Как-то хороший мир. We almost died. I'm okay, by the way. Roger that. Resume operation. Our path's been cut off. We better find a way around. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бац, и барьер сам по себе включен. Солдат. А сейчас надо. Хоть не PvP, и то хорошо. The Vulcans. What? I'll come help. Don't worry about me. I'll take care of this. Бляха, муха, ты чё с... Напугала! Чё это? Понятно, чё это. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Это что за место такое? Типа ремаунта, что ли, игра? Вектор, у нее вектор. Cover me. Железное сердце, сердечко. Я даже не знаю, про что вообще игра. We can stop the Colossi and the Vulcans? How awesome is that? Вот она похожа, да? Кого-то она... Где-то вы ее уже где-то видели. Актриса, походу, не знаю. Ой, я вот как ремаут. Мы так поняли, что мы сюда. Нажмите, чтобы прыгнуть. Да. Вы мне скажите, как оружие здесь. Это кошка? Как на рака, ёпта.
чего, блядь? Сама печь. Jesus Christ, блядь. Тролльщик, блядь. Как так можно, Макс? Вот ты мне объясни. Все нормальные люди прыгают, как прыгают, а ты, как обычно, рофлишь всех. О, господи, блядь. Ну, такой уж я. И какой я есть, ёпта. Так, мы куда-то вошли. Грабиться, что ли? Ты знаешь, как этот Mass Effect, ёпта? Помнишь, там, думаю, в третьей части? А, была там такая поеботинская миссия, да? Скоро вернусь. Взяла, сломала, ёб... О, люди бегут. Точнее, монстры. Валкус, ёпта. Как они... Как они... Я забыл. Вагасы, ёпта. Вагасы бегут, ёпта. О. Миледи, ёпта. Опа, пора какой поет, ёпта. Оттуда спиздили, блядь. Соберите железо, уничтожьте приближающих вагасов. Ты чё не так быстро убирает? Чё-то не понял. Ревод. Блять, ну помойку мы её научим. А это она. Как рукопашка, пиздец. Кто второй раз рукопашка? Серьезно? Чё, блядь? Сука. Это корявый прыжок сверху. Ой, я не знал об этом. Ого. Шотган. Шотган, ёпта. Снайпер.
на раковый поинт. Только в другой обертке, блядь. Фига ты его вошел в бедного, блядь. Можно срывать некоторые детали.
R2. Мне нравится эта же игра. Да, здесь все дефолтное стоит, даже графика у меня дефолтная стоит, я не настраивал. If we don't find the other two Iron Hearts before he does, the dimensional wall will be in danger. Don't lose hope, HQ. We've made contact with a guide. It's going to help us. Все. Альбион, ёпта. Шредеры, ёпта. Подготовка шредеров. Блядь, вроде ничего такая игра. Надо придрочиться к ней. Мне она понравилась уже. Блин, жалко, что бесплатная. Я думаю, ее покупать надо. Вот она бесплатная. Так, бесплатные игры долго не держатся, сами знаете. Проекты гнут. Что с Наракой произошло после 3 лет? Она скоро сдохнет, блядь. Вот вы поймете мои слова. Она точно скоро сдохнет. Супер Пипл же сдох спустя 1.5 года. Потом вышла вторая. Вторая не продержалась даже года, блядь. Полгода всего, блядь. А я скучаю по этой игре. Я лучше вообще Супер Пиплс бы тащил там бы. Она как папка. Папка, правда, еще, сука, держится. Но это тоже ненадолго. Сколько? 5 лет прошло? Ну, да, 5 лет. С 18 года. Ну, там их сейчас не так играют. Да, максимум уже 600 тысяч зайти. Это не онлайн, это хуйня. А так я играл, как в свое время ее просто. Шредеры. Люди? Хлебушек, да, это все люди. Корейский пидор. Китайский. Энзо, did you hear that voice? Yeah, I heard it too, buddy. I need to explain the situation to Alpha. You should go and get treated. What? Can't Alpha hear the guide's voice? I don't hear anything at all. It seems to only be linked to active descendants. Что делать? Now, are there any other descendants who have had contact with the guide? Aside from Jeremy, all descendants have reported connecting with the guide. And the descendant who first made contact with the Ironheart will be arriving at HQ shortly. When it comes to the guide, we have to consider all possibilities. Make sure you familiarize yourself with everything. Хуя, тут денег стоит все. Смотри, какой чувак классный. Бойер. Супер вес. Супер вес. Супер бани. Оружие. Оружие посмотрим.
ахиреи, тут там уже тут задротить придется тоже, как на раку, блядь. Да. Ну, будем. На рака сдохнет, сюда пойдем теперь. Так регулярно буду заходить, конечно. Это что такое? Огнемет? Клетки какие-то, да. Вообще-то что-то вникать надо. Ладно, это я все сделаю. Питон. Ну этот АР-15. Исследовательский институт. Ну так-то в принципе игра неплохая. Надо. И опять качество, вот это золото, блядь. Ну, разум этот, блядь. Что это такое? Эх, запись. Humanity survives. They stubbornly continue to pursue existence in Albion, a final bastion created by gathering all their remaining resources within a remote mountain range. This location, once thought to have been an architect facility, is the perfect position for their final fortress. Humanity entered into an agreement with us, Majesty. We gave them technology and the knowledge of how to fight back while fortifying Albion. And providing them with somewhere they could survive. We also created the ultimate weapon for them. Or to be more precise, we have awakened the ultimate weapon for them. In the distant future, once the descendants have completely reclaimed the lands that humanity lost, this place will be after them. Humans will continue to disperse, to find places to call their own. This city will become an empty husk. The day that the last enemy fell. Want to feel the chill? А где, а есть здесь вообще боевой пропуск? Humanity's last hope. Я имею в виду, а эти есть скины-то на нее? Или стандартные, это стандартные скины? Донаты, ёпты, пошли. Как в нараке блядской. Так. Вот это тоже облики? Какие-то уебанские облики. Ой, блядь. Вот, неплохой такой. Тоже какая-то хуя. Какие-то скинчики, какие-то уебищные, блядь. События. О, во. Вот это уже скинчики по-нашему. Смотри. Круто. Служанки. А еще есть какие? Короче, донатская помойка еще одна очередная, блядь.
22 тысячи всего играет. Релиз-то сегодня был. Нет. Там был бета-тест 30-го. А сегодня официальный релиз. Alpha, it looks like the guide is speaking to another descendant nearby. I've uploaded the details of the conversation to the command console. Based on this, the guide seems to be more AI than spiritual being. Any descendant who's been contacted by the guide, please report to HQ immediately. Nell, as a non-descendant, how do you feel about this phenomenon? I believe it. I didn't expect. Buddy, you'll need to equip the new suit before you leave. Ooh. I've already notified the ordnance department. The new suit? It won't be taken out of my pay, right? It will be deducted from your pay, naturally. Высокая сложность. Damn it. Обычная сложность. Нужен 22 уровень, 10, а я какой, я непонятно какой. Ну это боссы после, отлично. Иди сюда. Застава. Какая-то бесплатная мобилка, блядь. Это же все, мобилка, ёпта. Да, и все, и... Так бы на работу все. Нажал кнопочку тут на КПК. Поп! Переместиться там к тепловозу, блядь. Такой, и название тепловоза вбиваешь, название железнодорожной линии. Форму только насыпил. Чик-чик-чик, вел. Телепортироваться. И улетел, блядь. Через 5 секунд. Все, на месте сидишь такой. Твое дело только это. Ввести его в эксплуатацию, блядь. Сука, маразм, блядь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.